Всем привет, народ! В этот раз наша рыбалка начинается несколько иначе. Идет буран, мы пробили дорогу, конкретно пробили. Сейчас съезжаем на лед, вон туда, вот. Короче, и вперед за судаками. Вот автомобиль. В общем, впереди вас ждет много интересного. Ну все, мы на льду. Вот такой компании Мишаня, Щуколов, Баттер, Судоколов. И Андрюха всегда лов. Все подряд. Все подряд лов. Универсал. Короче, погода прикольная. Проехали нормально. Вот так вот все заметено. Сейчас быстренько разгружаемся. Взяли дрова даже вон с собой. Видите? У нас полная тачка. Будем готовить сегодня мясо. По-французски. Короче, разгружаемся. Тихо. Так. Вот и все наше добро. Чтоб не упал. Ёп твою меч, этот мой как сплющило весь. Палатку поставили, уже, в принципе, быт подготовили. Вечером затопим теплообменник. Пока сейчас быстренький перекус. Что, колбасу будем? Ну, сейчас посмотрим, разберемся. Мишаня взял вареники, как обычно, в термосе. Уже жарко. Уже жарко в палатке. Кайф, на улице ветерок. Ну, ничего, к вечеру должен стихать. На озере одни находимся. Поэтому вот так вот оно все дается. Дорогу первый тоже били. В общем, кушаем, расставляем жерлицы. И сегодня обязательно уделим много времени вибам ночью. Я думаю, должен быть судак более-менее активен сегодня. В общем, у меня сейчас по плану пробурить некоторое количество лунок. Ну, для того, чтобы жерлицы поставить. Но перед тем, как их ставить, я буду проходить с вибом. Взял удочку от релакса, новинка этого сезона. Релакс Фроузен называется, вместе с катушечкой. И вибы, значит, вот такая у меня коробочка офигительная. Здесь вагнеры вибы разных расцветок. А с противоположной стороны базды. Тоже самые популярные. Ну, хотелось бы, наверное, начать с базды. Вот такого вот. Клоун так называемый вроде. А нет, клоун вот. А это цитрус расцветка. С нее попробуем, пройдемся. Посмотрим, будет какая-нибудь реакция, нет. А там уже будем ставить жерлицы потом. Погнали. Сейчас будет поклевка, ребята. Сейчас будет поклевка. Ну. Ну. Блин, такой выход хороший был. Вон рыба под вибом. Давай, 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 давай. Хорошая рыба стоит, смотрите. Ушел. Блин, он так подлетел прям, а. Прям готов был атаковать уже. Ё-моё. Вот это экшен. Итак, у нас сразу первая сработка, первый флаг. Будем смотреть. О, что-то идет. Одну жерлицу поставила, она сразу сработала. Ну и это щука. Это щука, господа. Жерлица судаковая без поводка. Поэтому опасян, конечно. Ну, кстати, даже неплохая такая. Уже прикольно.
Я боюсь, чтоб не срезало. Опа. Есть контакт. Начало положено. Начало положено. Вот такая килушечка. Первая килушечка, щука. Вот, одну жерлицу поставил всего. Вон там вот вторую. И вот первая сработала сразу. Засечка четкая. В качестве живца используем вот такого чебака некрупного. Цепляю за спинку. Это судаковая жерлица. Здесь стоит небольшой тройничок. Леска 0,4 диаметра. Далее стопорок. И груз 12 грамм. Стопорком регулируем длину поводка. Отмерили заранее глубину. Зафиксировали. И опускаем за следующей рыбой. Короче, дождь парит нормальный, но благо я сегодня в костюме граф. Я думаю, он меня спасет. Значит, был мощный выход. Я не знаю, почему не произошло поклевки. Непонятно, что за рыба, но прям классно было. Сейчас буду дальше продолжать искать. И постепенно жерлиц ставлю. Вот видите, я подрываю VIP. Приманку полностью видно отчетливо. Вот это дно, а выше наша приманка. Все шикарно видно. Эхолот практик восьмерочка. Сегодня с ним и ночью буду лазить, искать судака. Я думаю, найдем. Тем временем вторая сработка, мотает. Я поставил светлячки на жерлице, чтобы ночью из палатки все видно, четко было. Ну вот посмотрите на то, как хорошо крутит. Интересно, судак или щука? Уже вечереет. Сейчас должен судак выходить. Вон еще одна сработала. Пошла жара. Ух ты! Прет конкретно. Сейчас будем подсекать. Прошелся с эхолотом. Посмотрел, где глубже, где мельче. В общем, где глубже, будем расставляться побольше. Потому что 4,5 метра, там 4,7. А вот здесь 4. Ну, сработки есть, смотрите. Пусть крутит. Может, судак уже бахнул. Пока никого не чувствую. О, идет. Вот это, я думаю, судак. Очень похоже на него. Очень похоже на судака. А нет. Щука опять. Вторая. После прошлого видео у меня были вопросы по поводу светлячков. Значит, где их купить? Можете писать мне в личку в Инстаграме. Я дам контакты человека, который у нас в Астане их делает. Вот такая офигенная штука. Здесь закрутка обычная на флажок прикрепляется. И вот таким вот образом вставляется светлячок. Раз. При сработке он будет гореть. Очень удобно, когда выезжаете на рыбалку с ночевочкой. Максимально удобно. Выглянул с палатки, посмотрел, светится, не светится поле. И все, готово. Вот так вот устанавливаю. Погнали дальше. Ну а вот это, я уже думаю, 100% судак клюнул. Уже начинает темнеть, смеркаться. Миша там вытащил судака хорошего. У меня сработка. Сейчас расскажу, как поставил жерлицы. Очень интересно, здесь свал такой. Я вот по нему встал. О, вот этот крупный, смотрите, как мотает. И далее что творит. Ё-моё. Сейчас кто-то за багром побежит, наверное. Интересно, судак или еще щука до сих пор. Но здесь уже глубина прям помощнее. Мне кажется, это судак. Прям вообще какой-то уверенный. В тот раз у меня так шел судак, который на 5,5 вышел. Может, тут семерка? А?
Ну все, ребят, леска заканчивается. В принципе, я думаю, можно подсекать. Мотает конкретно. Опа. Пошел. Контакт присутствует. Но пока непонятно. Ну, не крупная рыба. Пока сильно не бьется. А вот сейчас потяжелее стало. Это судак стопудово. Это стопудово уже судак. Головой так потрясывает иногда. Хорошенький, слушайте. Нормальный там. Ух ты, стравливает даже. Что там? Ну да. О, базара нет. Вылазь, братишка. Опа. Опачки. Вот такое начало. Смотрите, жирный какой. Тут смело 2 кило, ребят. Классный судак. Просто классный. Полежи здесь, братан. Блин, дождь этот заколебал, ребята. Идет и идет. Отличный размер, отличный судак. Будем продолжать нашу рыбалку. Ух, толстяк. Тяжелую артиллерию поставил. Смотрите, какой бомбический цвет. И размер соточка. Я думаю, для таких судаков здоровых самое то будет. Только так схавают. Вон он ползает, смотрите, под вибом. О, 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 пошел, 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 пошел. Пошел, пошел, пошел. Отвалился. Блин, а? Ну вы сами все видели, вон он, смотрите, на дно уполз. Уже хотел атаковать, прям и жирный такой. Но не атаковал почему-то. Блин. Стоит под лункой. Ну вот еще одна сработка по темноте. И снова, смотрите, как крутит. Конкретно. Батер уже подошел с багром, наготове. Андрюха тоже наготове. Мишаня наготове. Все, в общем, ждем. Все на старт. Сработки идут. Это не может нас не радовать. Опа. Есть. Есть контакт. О, вырастает возле лунки сразу. О. Поначалу не крупный был, теперь вырос. Ну смотрите, погода ему нипочем, да? Ага. Дождь идет такой. О, нормальный братан. О, хорош. Вот второй. Ну поменьше, конечно, того моего предыдущего. Но все равно хороший. Хороший результат. В общем, дождь фигачит со страшной силой. Устанавливаем живца. Погода, конечно, сегодня, ребят, вообще огонь просто. Вот, смотрите, с меня все течет прямо. Ну, благо, костюм непромокаемый. В принципе, у нас у всех нормальные костюмы. Поэтому за это не переживаем. Но все равно сейчас пойду в палатку сушиться потихоньку. Готовить, кушать. Вообще грильницу взяли, но пока не знаю, как с гриль готовить. В общем, может сейчас пройдет хоть дождь, а то с ветром прям вообще капец поливает. Но рыба клюет. Это хорошо, конечно. Это хорошо. Погнали в палатку. Ну все, ребятушки, дело пошло. Посмотрите, какая прелесть у нас тут стоит. Барбекюшница, или как это правильно назвать? Вроде да. Вроде да. Батер рубит дровишки. Почему дровишки? Потому что угли мы забыли. Взяли у соседей, хоть дрова нашлись. Ну, в общем, сейчас мы это все подожгем. Сделаем из этого уголечки. И будем потом готовить мясо на гриле. Андрюха повар здесь, Андрюха повар на связи.
У Миши там флажок загорелся, он пошел смотреть куда-то вдаль. Мы тут работаем. Ух, какой топорик у меня знатный, видели? Дерзкий вообще такой, хорошенький прям. Вот, ребят, пошла жара. Сейчас как приготовим мясо. Начинаем нашу готовку. Значит, вот там мясо, говядину уже нарезали на такие стейки. Достаточно много, кстати, получилось. Угли у нас там уже разогреваются. Ну как, все там нормально, короче. Сейчас мы это все дело солим, перчим. И совсем скоро можно будет приступать готовки. Все, скоро отправляем в наш мангал. Так, выкладываем мясо. На нашу барбекюшницу. Ужин, да? Долгожданный ужин. Ну, с огнем, конечно, повозились. A few moments later. Ну вот так вот я руками делаю. Ну все, скоро будем пожинать плоды. Оно такое мягенькое. Нашего действительно труда. Да, потрудились мы на славу, потому что очень долго разжигали угли. Мясо надо будет, там пакет же остался, Андрей. В нее, ну, для того, чтобы она остыла. А это я сейчас чуть-чуть этот еще поджарю вот так на открытом. А ты его дай в пакет положи, и пусть немного остывает. Ну, такой вот ужин. Мясо готово, сейчас будем пробовать. Я нарезал тоже огурчики с помидорчиками свежие. И вот эти у нас приготовились на гриле. Шеф-повар баттер делали сегодня. Да, баттер жарил мясо, я мариновал. Посмотрим, что вышло. Поглядим. Миша оценивает. Миша оценивает. Я жюри, блин. Жюри. Жюри я. Наконец-то мы кушаем. Время 11:30. Мы пока с этим костром возились. Угли забыли. Не забывайте угли. Утро доброе всем. Время на часах около 9 утра. Мы, значит, кипятим сейчас самоварчик, чтобы залить термоса на день. Ну, примерно до обеда порыбачим. Вот, работа кипит у нас. Как всегда, самоварчик, кто не видел, Kelly Kettle, мой такой он компактный, офигительный самовар. Очень быстро закипает вода, дров минимально надо. Вот. Значит, по сработкам, у меня два флага и у баттера один. За всю ночь, получается, с часу мы их не проверяли. Сейчас пойдем посмотрим, полная размотка у меня. И как раз вот чай закипятится, будем пить чай. Пойдемте. Все, завтрак наш готов. Закипятили самоварчик. Тут уже пьем кофе, чай, все подряд. Мишаня сделал вот такой вот донер с сыром. С творогом. Какой-то фирменный, говорит. Сейчас будем пробовать. Сейчас будем пробовать, да. В общем, всем приятного аппетита, кто кушает. А кто не кушает, вперед. За холодильник. Здесь почти полная вымотка. Ну, слава богу, лунки не промерзли. Ну так, утром прихватило немного.
Но не сильно. Что, тоже пустая, что ли? Тоже пустая. Живца покромсал. Вон как покромсал конкретно. Но не сожрал. Поутру ситуация следующая. Так как вчера весь вечер и полночи шел дождь, а утром чуть-чуть приморозило. Ну, сейчас где-то минус 2, наверное. У нас замерзли все жерлицы, катушки. И это заметил Мишаня. Он вообще красавчик. Во-первых, ладно, еще то, что вот здесь намерзшее, это все ерунда. Катушки, смотрите, замерзшие полностью. И при проверке на некоторых жерлицах следующая ситуация. Сейчас покажу. Для этого берем вот так вот. Хотим проверить жерлицу. А там раз. И кто-то брыкается. Вон, видели? Малышок какой. Это он с ночи сидит там. Схавал полностью. А жерлица замерзшая не сработала. Такая ситуация. Ну все, на этом наша рыбалка завершена, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Впереди, я думаю, ждут нас интересные поиски крупного окуня, поэтому обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. Всем пока!